Свой 95-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Петровна Володина. В торжественный день в гости к ней пришел глава Ленинского района Валерий Венцель. Он подарил имениннице подарки и побеседовал с ней за праздничным столом. На юбилей ветерана побывал и наш мобильный репортер. Жизнь Пелагеи Петровны как сюжет драматического фильма – полная и яркая своими событиями. В 18 лет она добровольцем ушла на фронт, служила в военных госпиталях и спасала жизни солдат. На войне познакомилась со своим будущим мужем, с которым они прожили вместе около 50 лет. Война началась, я еще училась в медицинском училище. После окончания училища нас целиком курс распределили по госпиталям и воинским частям. Я попала в госпиталь, который был расположен в городе Балашове. Это фронт находился под Сталинградом и Воронежем. Пелагея Петровна показала свои фотографии, сделанные в молодости. А после к ней на день рождения пришел в гости глава Ленинского района Валерий Венцель. Он тепло поздравил ветерана с днем рождения, передал подарок и зачитал поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Своим трудом создавали богатство и мощь нашей страны и через годы несете любовь к родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю вам бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. За праздничным столом Пелагея Петровна рассказала Валерию Николаевичу о военных годах, своей большой семье и более чем 30-летней работе врачом в психиатрической больнице номер 24 в городе Видное. По словам юбиляра, она всегда рада гостям, а такое трепетное внимание с их стороны для нее очень ценно.